Служба доверия, здравствуйте, меня зовут Павел. Да я никому не нужен, что я? Вы можете мне рассказать все. Что бы вы хотели сделать в эти последние 2 часа? Я вот вас слушаю, и мне хорошо. Здравствуй, друг. Ты всем помогаешь? Простите, не понял. А если я скажу, что ты не всем помог? Что у вас случилось? Уже поздно. Открой свою почту. Узнаешь свой гараж. Отсчет пошел с самого начала нашего разговора. Позвонишь в полицию, они умрут. Даже не пытайся встать. Я вас слушаю. Тебе нужно угадать, кому ты не помог. Зачем? Что это изменит? Я это кто? Вспоминай. Что вы чувствуете? Хотите меня тоже выставить? Невротиком или психом? Стойте! Мертвые не звонят. Ты теряешь время. Минус 5 минут. Вторая попытка будет стоить им жизни. Что ты сейчас делаешь? Я взорву дом. Нет! Что ты несешь? За что? Продолжим угадывать. Больше подсказок нет. Твою мать! Если бы ты знал, что ты со мной сделал. Я тебя ненавижу. Почему ты хочешь убить их? Ты теряешь время. Прошу. Вспоминай. Я не буду! Продолжай. Какой смысл? Я вас не сильно напугала? Работа такая.